Через несколько минут, ну и мы вам приготовили сюрприз. Алла Вердыя Павлу Туганову, Алла Вердыя Василию Киртока, наша коллега Валентина Чехолтан, тележурналист, телеканал «Молдова-1» и наш клубный мастер красивых подарков для наших гостей. Я бы сказал так. Валентина, прошу. Хорошо, спасибо. Я, кстати, давно не была здесь. Просто так складывались дела и обстоятельства. Вот я очень рада, что как раз у меня время нашлось, и Василий Афанасьевич здесь гость. Я, как всегда, очень рада видеть Василия. Но, в смысле не «но», а плюс к этому хочу что сказать, что на меня неизгладимое впечатление, Василий, произвело начало вашего, твоего выступления о том, что ты, оказывается, в молодости измерял объем мозга женщин и мужчин. То есть еще одна сторона вдруг вот спустя столько лет раскрылась твоей личности. Оказывается, видимо, тебя очень волновал этот вопрос о главенстве мужского и женского начала. Ну вот, значит, и поэтому, ну как бы ведь цепляет стихосложение, оно цепляет что-то, и потом, значит, идет развитие этой линии. Это много интересного еще сказал, кроме всего прочего. Ну вот у меня возникла такая импровизация. Эта импровизация, она потом может быть доработана, но вот такая зарисовка. Значит, о том, что как бы мужчины не стремились уйти от того изначального пункта отсчета мира все-таки, который, ну, во многих теориях отдается женщине. Вот. Тем не менее, вся жизнь их связана с этим женским началом. И даже многие моменты их жизни, которые, казалось бы, относятся именно к мужской части, они все равно похожи чем-то на что-то, связанное с женщиной. И вот такая зарисовка. И, кстати, я очень, как бы мне очень интересно читать о Уинстоне Черчилле и